Приветствую тебя на своем канале. Недавно я поучаствовал в ивенте на сервере Age of Dino в игре Path of Titans, где было противостояние пачки ютарапторов против пачки дилофозавров. Пропустить такое событие я, конечно же, не смог. Как вы думаете, кто победит, юты или дилки? Напишите об этом в комментариях. На сервере тьма тьмущая различных ивентов и событий, поэтому ссылочки на сервер я, как всегда, оставлю в описании. Ну что ж, желаю тебе приятного просмотра. Погнали. Попутно вам правила рассказываю быстренько. В общем, особо правил нет. Одно лишь правило. Не заходить за границы острова, на котором я... Ну, то есть плыть из острова запрещено. Все остальное разрешено. Играть от голода тоже разрешено. То есть дальше как хотите. Как мы будем... А тут трупы не уберутся ведь, да? Ну, трупы я закину в рандомные места, которых вы будете не знать. Локация весь остров, да, короче? Да, локация весь остров. Да пойди меня. Сейчас. Черт, чердак от меня так подвинулась, как знаешь, типа... Нет, я просто на попуга смотрю, он тут летает. Типа, фу, он пернул. Ничего тут ветер не почувствует. В общем, я удаляю трупы. Все сейчас быстро наелись, попили до конца, чтобы потом не жаловались. Короче говоря, наша задача убить дилофозавров. Не вопрос, сейчас все будет. С собой брать нельзя, с собой брать нельзя, выкидываем. Своим никаку. Нет. Все с собой беру. Дантес, можешь не прятать. Все, я сейчас спрячу, короче, все. Растаскивай. Нет, нельзя. Кушать, кушать. Сейчас не увидит, не увидит. Давай, в текстуру, в текстуру. Все, нет у меня ничего. Так, все, отлично. Все поели. Да. Все, красавцы, красавцы. Выкидывайте, выкидывайте. Выкидывайте мясо. Нет. Выкидывайте мою, мясо. Мое. Мое. Вообще, пока вы не выкинете мясо. Блин. История повторяется, помнишь, слич. Ладно. Так. Не получилось запрятать, ну ладно. Ютки заходят в войс. Погнали, переходим в другой войс. Тут шампанское. И сейчас начнется мясо. Я напишу анонс вначале, если что. Все, начали. 9 человек на 2 группы не разделись, есть только на 3. По 3. Кто, если что, то говорите, где дилки. Давайте так аккуратненько просто побегаем. Соответственно, особо близко не стойте друг к другу. Я буду засадным охотником. Старайтесь делать наскок, сразу выйти из боя. Не теряйте из виду. Наскок и убежать. Ага, ну да. Наскок и единица, правда, единица не сразу, где-то через 1,5-2 секунды работает. Нет, сразу. Наскок и я отскок. Не прям сразу. Прям сразу. Наскок и потом, а вот отскок работает не прям сразу. Почти сразу, блин. Ну там секунды 2 есть. То есть тебя могут и в это момент... Короче, я буду держаться вот с этими ребятами. Будет нас здесь трое, и с правой стороны у нас еще пачка. У нас есть зеленый ютораптор, который будет разведчиком, как я понимаю. Не зря он сделал его зелененьким. Так. Я знаю, где один трупик. 2 трупика. Я уже слышу. О, вижу справа. Да, дилку вижу. 2 дилки. 1, 2, 3. Со мной Алёна. 3 штуки на мне. Тут еще 2. Тут, короче, 5 штук. Сюда. Они друг друга накусали. Херач. Рядом ты не стоишь со мной. Так. Накусал? И чё? Она на X не встает, нет? Почему? Так, еще прокусил. У меня нормально пока по хпшке. Так, мясо пошло. Так, это я накусил. Еще. Ой, тэпнуло. А чё мне так тэпнуло-то, ё-моё? Тут уже их
писать успели, не только найти. Так, хорош, еще попал. Я про то, что кто сказал, осторожно. Так, осторожно, главное друг друга не кусать, это будет не очень, не очень приятно. Так, может быть пойти сбросить блит? Так, я там отошел, мне наблюдовали очень хорошо. Наверное, лучше... Хотя, зачем? А я промазал по ней, ё-моё. Нормально, разменялись. Так, на Z-ка лучше не трогать Z-ку. Ух, нихера она мне дала, слушайте. Дилка накоченная была. Паскуда. Они друг друга укусили, хорош! Хорош. Одна дилка села. Так, одну убил. А нет. Что, да, убил. Да, не убил. Так, я, короче, немножко подрегенюсь. Уже меньше, чем пол хп. Так. Рядом никого? Вроде бы никого, можно сесть. Или нельзя, лучше не садиться, мне кажется. Но ту дилку, которую я накусал, там убили. Это хорошо. Так, я сел. Регеню. Блин, нет, за что. Все, блит скинул, можно дальше идти. Вот, конечно. Потому что блит достаточно неплохой, кстати, от дилки пришел мне. Причем одним ударом. Давай помогаем вот этому товарищу. Ух ты, ё-моё. Тихо. По мне не попадай. О, белая. Ладно. Да, главное нам главное друг друга. Так, угу. Я сейчас беру и... Минус. Попал. Так, здесь не хочу драться, не вижу ничего. Имга Белла, по-любому. Ребятки, Имга Белла. Стопудово. Юты, Дилок на раз. Нет, блин, я не хочу... Я не очень туда хочу. Потому что там уже ни черта не видно. Да, вроде нет. Перехватите у меня Дилку. Попал еще? Мне подрегениться надо уйти. Как? Все, минус одна еще. Да можно и прилечь. Ой, как хорошо, что она по мне сейчас не попала. Нет, я знаю. Одна осталась. Кусаем на зиву, уходи. Бля, отстаньте. Они мне, блядь, не нанесли. У кого прям лоу хп, лучше отойти. Нормально, все нормально. Давайте, ебашьте, мы их говно разносим просто там без шансов. Минус. Всё, зафигачим. Где еще есть инфа? Вот, у меня. Тихо. Вы главное не кучкуйтесь, на одну прям не долетайте. Это дилка на минус урон, у нее больше хп, меньше, больше стамина, больше... Главное, чтобы пушки не попасть. Все, она там сдохла, нет? Все, сдохла. Хорош. Кусты чекайте. У меня по здоровью все нормально, просто я меня тоже посмотрю. Дантес кого-то кусает, по-моему, нет? А, все. Хорош. Все живы остались, что ли? Да, нет, все живы. Переиграли или что? Да. Полетели. Сами на сколько? Мне интересно, одна хоть это умерла у вас? Нет, все живы у нас. Спортсмены собрались. Переиграли. Да, я вижу. Ну, короче, что вы слышали тут? Короче, победа. Победа непобедима. Я прям говнище закусывал, они даже разворачиваются не успели, вот можно в хвост ей зайти и все. Ну не, некоторые нет, разворачиваются на иксе. Я так с одной бодался, она начала назад идти, короче. Я от нее получил два укуса так, таким макаром. Гилки явно слабее, чем юты, мы даже с Люци тестили. Я даже был маленькой юткой, там, по-моему, подросток, и то я ему надамаживал больше, чем он мне. Ну, относительно больше. То есть я проиграл, ладно. Но у него осталось процентов 30 хп, примерно. Это подросток Юта. Ладно, мы поняли. В общем, на этом все. Ивент закончился очень быстро победой наших Ютарапторов. Ставь реакцию под видосом, подписывайся на канал и не пропускай новые видео, которые я для тебя уже готовлю. Встретимся в следующем ролике.
Пока-пока.